можете, пожалуйста, рассказать процедуру собачьей переписи, как она вообще проходит? Мы ее проводим второй раз уже. Вот позапрошлым году мы ее делали, получили в прошлом году результаты переписи. Есть утвержденная методика, разработанная учеными, каким образом выяснить численность всех животных, не переписывая каждую собаку в отдельности, а формируя общее представление по типам территорий населенного пункта. То есть вот город разбивается на 5 типичных зон. Парковая зона, зона индивидуальной застройки, исторической застройки, промышленная зона. Вот, и по зонам квартирных домов. И по этим типовым, типичным зонам готовятся маршруты. На эти маршруты выходят переписчики, они их проходят в том и в обратном направлении по нескольку раз и переписывают по определенному порядку данные встреченных ими животных. Мы подготовили анкеты. В анкете там целый список пунктов и вопросов, на которые надо отвечать. Вот, мы фиксируем собак с ошейниками, да, фиксируем собак с бирками в ухе, значит, взрослых, щенков, больших, маленьких. Если удается распознать, самки это или кобели, находятся ли они в стае или одиночная прогулка. И по результатам этой, обхода этих маршрутов уже по специальной математической модели выводится общее количество животных, которые могут жить в этом городе. И мы выделяем из этого списка то количество животных, которое подлежит отлову и подлежит стерилизации, вакцинированию. Тогда надо вот где-нибудь в дома. Thank you.